Председатель Кабинета министров Кыргызстана Акылбек Джапаров поздравил работников сферы стандартизации и метрологии с профессиональным праздником. Для успешных торгово-экономических отношений между странами необходимо соответствие национальной продукции мировым нормам и стандартам. Ни одна отрасль техники не может существовать без принятой системы измерений, которая определяет технологические процессы. Большим достижением является ваш вклад в развитие сотрудничества с государствами-участниками Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Уверен, что Кыргызстандарт будет и дальше активно участвовать в развитии интеграции государств-членов Евразийского экономического союза в целях повышения благосостояния населения республики, говорится в поздравлении.